вами Ниагара и продолжаем играть сладкий флирт. Накопила я 286 бонусов. Просто накопила, заходя в игру каждый день. К сожалению, нет пока деньжат купить все это дело и закончить уже игру. И будем играть, пока у меня есть бонусы. У нас следующий эпизод «Любопытство. Ужасный недостаток». И после соревнования по ориентированию все становится на свои места в школе Свитоморис. Почти в перспективе море сюрпризов. Такое интригующее, знаете, начало. Эпизод 12. Давайте начнем. Итак, опять нам подсказочки. В этом эпизоде ты можешь за раз получить все иллюстрации. Хо-хо! Кстати говоря, в моей группе ВКонтакте очень много постеров из этой игры, так что... Благодаря, кстати говоря, моим подписчицам, они мне посылают эти постеры, я им очень-очень сильно благодарна, спасибо вам огромное, и те, у кого не открыты какие-то постеры, и вам интересно, можете зайти и посмотреть. Итак, они разбросаны по всему эпизоду, но осторожно, ты сможешь разблокировать иллюстрации с Натаниэлем, Кастелем или Зандром только в том случае, если у тебя с ними хороший любимый метр, минимум 50. Ну это явно не я, ну вы знаете, ребята, да, что у меня... Это проблема с общением, вот именно с этими персонажами. Но я особо не расстраиваюсь, и если вы не против, то я после прохождения этого 20-го, по-моему, там последнего эпизода, я начну как бы другой вариант, в котором у меня будут хорошие отношения с Кастелем и Натаниэлем. Я буду выбирать другие варианты ответов. Если вы этого хотите, вы напишите мне в комментариях, что... Да, конечно, давай запиши, если нет, то нет. Чтобы я знала, стоит ли мне это делать. Поблагодарим за уточнение. Начнем 12 эпизод. А, директор снова не в духе, она какая-то вечная, взлохмаченная. Я никогда не видела ничего подобного с тех пор, как меня назначили директором школы. Никогда. Да уж, на следующий день после ориентирования меня вызвала директриса по поводу того, что случилось на соревновании. Она тряслась от злости, а Лизандр и я дрожали, как осиновые листья. Да, мы же потерялись в лесу. Мы места себе не находили. Два ученика потерялись в лесу, однако дорога была отмечена, и с ней некуда. Почему вы свернули с нее? Ну, мы заблудились. Что сказать? Сказать, что виноват Лизандр, взять ответственность на себя, ничего пока не говорить. Я думаю, если бы я потерялась на Таниэле, взять ответственность на себя было бы круто. Но я не буду говорить, что виноват Лизандр. Я, как обычно, в своей жизни беру ответственность на себя. Извините, мадам, это полностью моя вина. Твоя единственная ошибка была в том, что ты пошла за мной. Каждый мужчина, кто уважает себя, может взять на себя ответственность. Угу. Мне все равно, кто что сделал. Вы оба виноваты. Из-за вас соревнование по ориентированию превратилось в катастрофу. Мы хотели собрать средства, а вы нам принесли только заботы. Ну, пусть проорется, мы ничего ей говорить не будем. Учитель, Фарес потратил несколько часов на ваши поиски. Часов? Вам должно быть стыдно. Будьте так любезны извиниться перед ним за это происшествие. Если ему понадобится помощь, не отказывайтесь. Я узнаю, если вы будете бездельничать. И поверьте мне, вы пожалеете, что поступили в эту школу. Я не хочу жалеть о том, что я поступила в эту школу. Пойдем извиняться перед Форезом. Лизандр признает, что я очень разочарована. Я думала, что вы ответственный ученик. Продолжает орать. Я сожалею. Ну, судя по его лицу, он вообще не сожалеет. Я сейчас... сейчас исчезнете из моего поля зрения. Надеюсь, что вы будете тише воды, ниже травы. А то я вам покажу, где раки зимуют. Так вот мы с ней поговорили. Нам нужно найти учителя Фореза. Мы, кстати, тут ничего не можем взять у нее. Случайно. Нет. Ну, вот что значит позеленеть от злости. Зачем она так кричит? Это ничего не изменит. А меня устраивает, что она только кричит, и не более того. Что она еще может сделать? Исключить нас? Я пойду к учителю Форезу попозже. До скорого. Окей, как хочешь. Я пойду к нему сейчас. Нам нужно найти учителя и... Где он может быть, как вы думаете? В учительской его нет. Продолжаем тратить бонусы. Так долго накопленные. О, здравствуйте, Ниагара. Здравствуйте, учитель Форес. Я хотела извиниться за то, что случилось во время соревнования по ориентированию. Эта директриса вам сказала прийти, не так ли?
не волнуйтесь, это не страшно, такие вещи могут произойти. Я все-таки сожалею, вы специально пришли за нами. Это нормально, вы мои ученики, вы были под моей ответственностью. Спасибо, директриса попросила помочь вам при необходимости. Вам нужна помощь? Да, мне может понадобиться помощь, чтобы убрать мусор в учительской. Тогда я иду с вами. Пойдем в учительскую. Хорошо, пойдемте, мы зашли в учительскую. Я оставила некоторые вещи, не могли бы вы мне помочь их убрать? Ну, тут какая-то фигня валяется, вот этого явно не было. Это что, не знаю. Что-то еще? Не знаю, давайте посмотрим. Мы убрали все. Да, пойти в главный коридор, чтобы зайти в учительскую. Почему нет галочки? Я уже все убрала. Так, не вижу, чтобы здесь еще могло валяться. В принципе-то. Все, я закончила. Вы можете быть свободны. Еще раз спасибо за вашу помощь. Не за что. А вообще, так как мы потерялись, я понятия не имею, кто выиграл соревнование. Мне бы хотелось узнать. Да, я хотела бы узнать, кто победил. Эй, привет! Я слышал, что ты вчера облажалась. Да, это я. Это мое второе имя, облажалась. Ха-ха, в следующий раз оставайся дома, как я. Свежий воздух — это зло. Я все-таки хорошо развлеклась, но я понятия не имею, кто выиграл соревнования. Да, я ничего не знаю, я не интересовался. Но ты хорошо наслышан, что я потерялась. Об этом все говорят, невозможно было пропустить такую новость. Жаль, конечно, что все это обсуждают. Так, Лизандр. А, Лизандр, ты не знаешь случайно, кто выиграл соревнования? Я пока слышу только разговоры о нас, извини. Черт. Это можно понять, это хорошая тема для сплетен, лучшая, чем просто название команды победителей. Ну, естественно, там, кто победил, пофигу. А вы знаете, что Лизандр и Ниагара, они потерялись лесу? Ахаха, какая замечательная тема. Представляю, пойду узнаю, может, кто-то другой в курсе. Может, тут в садоводстве кто-то знает, нет? О, привет, Ниагара, мы переживали за вас. Извини, но, как видишь, все сейчас в порядке. К счастью, хотя бы благодаря этому я не очень думала о моем поражении. Я очень хотела выиграть соревнование, но мы с Мелоди прошли его недостаточно быстро. Жалко, вам удастся в следующий раз. Ты думаешь, будет другое соревнование? Может быть, не соревнование, а что-нибудь еще. В нашей школе столько всего происходит. Я надеюсь, и в этот раз я никому не позволю украсть мою победу. Да. В спортзале, может, кто-то есть? Нет. Кабинете. Ты не знаешь, случайно, кто выиграл? Точно не я. Ладно. Так, Натаниэля нет? О, привет, Натаниэль. У нас очень плохие отношения. Скажи, ты не знаешь, случайно, кто выиграл соревнования? Хороший вопрос, я этим даже не поинтересовался. Ну почему, Натаниэль, ты же староста, ты должен быть в курсе. Надо заметить, что вчера мои мысли были с вами. В любом случае, моя команда не выиграла. Представляю, ничего, я спрошу у кого-нибудь другого. В общем, Натаниэль не в курсе, здесь никого нет. О, привет, Виолет, извини, ты не знаешь случайно, кто выиграл вчера соревнования? Виолет. У меня никогда не получится. Она всегда в своих мыслях. Мне кажется, что она не слушает меня. Я вернусь попозже. Только в школе не заблудись. Опять ты. Не беспокойся, я ее знаю, как свои пять пальцев. Классно. Ты мне проведешь экскурсию на днях? Если ты хочешь. Мне не очень хочется. Тебе она не очень нужна, разве нет? Если ты хочешь. Почему? Ну, если ты хочешь, я проведу тебе экскурсию. Что я сказала не так? Я бы шутила, мне больше не нужна экскурсия. Надо было сказать, что нафиг она тебе не нужна. Это что? Это не взять. Привет, Кастиэль. Скажи, ты не знаешь, случайно, кто выиграл соревнования? Единственное, что я запомнил, это твои подвиги. Додуматься, потеряться в чаще леса. А, да я знаю. Получается, что ты не выиграл. Но вы же были впереди. Какая-то команда обвела нас вокруг пальца. Я понимаю, пойду узнаю, кто может быть в курсе.
Ну, кто же в курсе? А вот и ты, грязная маленькая. Здравствуй, Амбар, я тоже рада тебя видеть. Из-за тебя моя победа осталась никем не замеченной. Она победила! Гадство. Надеюсь, что ты довольна. Я выиграла соревнование, но кажется, что это никого не волнует. Признайся, ты это специально подстроила. Вовсе нет. Не скажу, что это меня огорчило. Да уж. Ты пожалеешь об этом. У меня, блин, с Амбар лучше отношения, чем с парнями. Ты пожалеешь об этом, может быть, в этом уверена. Я должна была быть на первой странице школьной газеты. А твои соратницы? Я сделала все, чтобы выиграть. Кстати, как получилось так, что ты выиграла? Парни были впереди. Этот кретин на последнем этапе забыл поставить штамп на руку. Мы смогли пройти, не ища буквы. О, понятно, как красиво. Это все не было бы впустую, если бы ты не стала теряться специально. Ты мне за это заплатишь. Конечно. Она ушла, не оставив мне времени ничего добавить. У меня поднялось настроение. Впервые я разлила Амбар, сама того не желая. У меня настроение на 100. Классно. Дальше-то что делать? Виолет и Армин разговаривают. Виолет красная как рак. Интересно, о чем они? О чем это они? Армин только что ушел. Пойду спрошу у Виолет, что происходит. Я дура. Что с тобой? Я... Только ты не смейся, хорошо? Нет, конечно. Ну вот, я влюблена в Алекси. Серьезно? Я попыталась сказать ему об этом, но у меня не получается. Я слишком стеснительная. Помочь ей признаться в любви, не помогать. Ну, поскольку у меня и так плохие отношения, в принципе, со всеми парнями, я ей помогу. Ты хочешь, чтобы я поговорила с ним? Это немного по-детски, но если это единственный способ помочь тебе, я не против. О, это будет так мило с твоей стороны. Ты поговоришь с ним? Да, конечно, подожди меня здесь, я пойду поговорю с ним. Спасибо большое. Пойдем объясняться в любви Алексе. Ты не видел Алексе? Нет, извини, я занят. Не заметил, кто из учеников заходил в класс. Чем ты занят? Я занимаюсь проектом учителей, который начинается через несколько минут. Через несколько минут, значит, ты опаздываешь. Почему я не в курсе? Ну, ты не должна быть, наверное, в курсе таких дел. Почему каждый раз, когда учителю что-то нужно, ты им попадаешься под руку? Итак, господи, что же ему ответить-то? Я уже боюсь на что-то нажимать. Так, значит, проектом учителей, который начнется через несколько минут. Ты опаздываешь. Ты опаздываешь. Нет, у меня еще есть время на подготовку. Если мы перестанем разговаривать. Он сегодня какой-то раздражительный, ума не привожу от чего. Он сегодня какой-то раздражительный, да. Ладно. Здесь, естественно, никого нет. Ну где же кого-то бы найти-то мне? О, ты не видел своего брата? Я вижу его каждый вечер, днем мы немного расходимся. А что? Я должна у него спросить кое-что. Признание? Откуда ты знаешь? Ха, я просто так сказала, ты серьезно? Тебе нравится мой брат? Не мне, одной подруге. Ха-ха, хочешь оказать мне услугу? Когда ты поговоришь с Алексей, не могла бы ты мне потом все рассказать? Если хочешь. Спасибо. Почему он так смеется? Да я думаю, Алексей меня отбуреет. Скажи, да ну тебя, ты не видел Алексея? Господи, я не задала ему вопросов. Он недавно разговаривал с Виолет. Да, но теперь я не могу его найти. Господи, почему ты тогда с ним не поговорила в этот момент? А я разве устраиваю допрос? Потому что мне не о чем его было спросить. Это было бы не так смешно. Я тебя разве устраиваю допрос? Оп, у нас чуть-чуть на какой-то минусик продвинулись отношения, господи. Меня это в чем-то жутко радует. Я не хочу быть в таких плохих отношениях. Ну да, ты меня спросила, где Алексей? Черт, кажется, ты еще не проснулась. Ты не говори. Ну что, где ты? Алексей, Виолет. О, здрасте. Ну, кстати, в хорошем настроении. Привет, Ниагара, как дела? Кажется, ты потерялась вчера в лесу. Почему все думают, что это я потерялась? Это Лизандр пошел не в ту сторону. Как бы начать разговор. Я даже не представляю, как она собирается признаваться ему в том, что он нравится ее подруге.
Как бы даже я бы сказала, что Виолетта мне особо-то и подруга. Вы какие-то странные девчонки в последнее время. Малышка Виолет два слова не могла связать. Вы больные? Мам на голову. Но раз уж ты начал говорить об этом, Виолет хотела тебя кое-что спросить, но у нее не получилось, понимаешь? Она очень застенчивая. Это не страшно, это ее только украшает. Значит, она тебе нравится? Да, она милая. Вы одни из первых девушек, кто заговорил со мной. А потому что ты ей очень нравишься. Что ты хочешь этим сказать? Ну, она влюблена в тебя. Блин. Вот незадача. Я так и думала, что он на меня отбреет. Почему-то у меня было такое предчувствие. Почему? Ты же сказал, что она тебе нравится. Да, но это совсем не то. Хотя бы попробуй, Виолет очень добрая, да? А что у тебя на примете другая девушка? Я так ответила, да. И я повторяю. Окей, это совсем не мое. И ни одна другая девушка из школы мне не нравится. Мне нравится немного более мускулистые. Ты хочешь сказать, что... Ну да. О, нет. О, господи, нет. Что я сейчас узнала? У меня вынос мозга. О, нет, почему самые клевые парни не любят девушек? Ему не нравятся девушки? Господи, какой кошмар. Мне жаль, Виолет. Я надеюсь, что она не будет на меня злиться. Я думаю, что нет. Дело в том, что ты ее совсем не ценишь. В любом случае, я буду с ней дальше общаться. Если она будет в плохом настроении, я куплю ей платье. Это очень мило с твоей стороны. Чуть я куплю ей платье. Откуда у подростка такие деньги? Он ушел. Вот почему Армин начал смеяться, когда я ему сказала. Ну и предупредил бы, чтобы я вот такой дурой не была бы, да? Правда, сказал бы, что, блин, да ты лучше с ним не говори об этом. О, господи, а он мог бы меня все-таки предупредить. Пойду найду его, Алекси. Сам хочу поговорить с Виолет. Мне не нужно ей ничего объяснять. Это несправедливо. Мне надо пойти Армину врезать. Это ты чё, блин, не предупредил меня? А, судя по твоему лицу, это было комично, надо было пойти с тобой. Ты мог бы мне сказать? Было бы не так смешно. Да уж. Так, какие-то у нас тут варианты ответов. Тебя не задевает, что тот брат не любит девушек? Я совсем этого не ожидала. Я думала, что это ты не любишь девушек. Но я не буду такое говорить, я совсем этого не ожидала. Однако он не особо скрывается. А ты? Как у тебя обстоят с этим дела? Блин, я не могу. Почему моя героиня постоянно задает такие вопросы? Тупые какие-то. Парням. У нас с ним разные вкусы. Понятно. Ну, то есть Армин, он нормальный. Ну вот, если бы я была к этому готова. Упс. Любопытно. Кастель и Лизандр разговаривают вдвоем. Теперь говорит Лизандр, он такой серьезный, он смотрит в глаза Кастиэлю. У них какие общие интересы? Ну, они играют, да, там, у них группа. Они друзья, о чем они могут говорить? Что он ему рассказывает? Подойду-ка я поближе. Знаешь, эта страсть словно яд. Мне необходимо чувствовать твое тело. Лизандр, что он такое говорит? Господи, о чем эта серия вообще? Я в шоке. Ниагара, тебя искала директриса. Подожди, Ирис, я занята. Кажется, это важно, она хотела узнать, видела ли ты учителя Фореза. Я сказала попозже. О нет, они ушли, я не дослушала, о чем там было. Не говорите мне, что Лизандр тоже. И Кастерис совсем не ругался. Тоже это бред какой-то. Ну что я скажу директрисе? С другой стороны, они часто вместе, и Кастель отшивает всех девчонок. Ниагара, ты слушаешь меня? Да не слушаю я тебя. Я никогда не видела Лизандра с девушкой, кроме Розали. Но это подруга его брата. И он всегда такой задумчивый, пишет стихи, песни. Он сказал, хочу чувствовать твое тело. Интересно, что за этим стоит. Я не хочу, чтобы директриса ругалась на меня. А, извини. Да, я ходила к учителю Форезу. Окей, тогда я пойду, скажу ей. Скажи, Ирис, ты не думаешь, что Лизандра и Кастель встречаются? Они вместе? Ничего себе! Да я не могу. Что за серия? Нет, я всего лишь задала тебе вопрос. Да ладно, забудь. Ну все, сейчас этот слух пойдет по школе, блин. И распространила его моя героиня. Черт. Надо прояснить это дело.
Так невозможно, наверняка всему есть объяснение. Прояснить историю, о, господи. Директриса не разозлилась. Вот это новость. Я у нее уже спрашивала, и кажется, она ничего не знает. Не имеет смысла переспрашивать. Так, у кого мы можем переспросить? Натаниэль, ты что думаешь об этом? О, господи, здравствуйте, мадемуазель, здравствуйте. Вы все еще в школе? Я думала, что вы остаетесь только на спортивном соревновании. Так было задумано изначально, но дирекция думает, что в школе необходим учитель спорта. То есть вы наш новый учитель по физкультуре? Да. Дейк остался с вами? Нет, он уехал, но мой племянник может вернется на следующие каникулы. А, окей. Извините меня, но я перевожу разговор, но я организовал небольшой баскетбольный матч для парней. Ученик Лизандра до сих пор не явился, чтобы забрать свое трико. Мне кажется, что он забыл. Лизандр много чего забывает, я скажу ему, в любом случае я должна с ним поговорить. Большое спасибо. Мне нужен Лизандр, чтобы поговорить с ним. О, вот кого я искала. У тебя все хорошо, Ниагара? Ты в форме? Да, спасибо, а что? Чего особенного? Хотя есть одна маленькая вещь. Что такое? Я слышала о твоих подвигах на соревновании по ориентированию. Это может стать очень-очень хорошей статьей. Ты готова для небольшого интервью? Мне бы не хотелось давать тебе интервью, знаешь. Мне придется взвалить на себя Амбар. Очень мило. Не переживай, у тебя получится отличная статья. Да уж, всем по барабану. Я не хочу давать никакие интервью. Ты не видел Лизандра. Ты вечно кого-то ищешь. Вот такая вот она у меня странная девушка. Мне много о чем нужно спросить. Все постоянно теряются. Ты его видел или нет? Нет, извини. Господи, что такие все нервные. О, ты надел трико? У него костюмчик, это похоже очень на костюм моей героини. Да, как видишь, для баскетбольного матча. Почему не позвали девушек? Думаешь, я могу прийти? Я бы тоже поучаствовала. Я бы тоже поучаствовала. К сожалению, это невозможно. Он ушел, ничего больше не добавив. С Натаниэлем что-то не так сегодня. Не такой, как всегда. Он какой-то раздражительный, блин. Кастель. Он здесь. Как бы мне начать? Если она сейчас это начнет говорить, я не могу. Он ей точно врежет. Ты что, дура? Ты же Кастель. Это его точно разозлит. Не надо ничего говорить. У меня что-то не так с лицом. Да нет, ничего, я всего лишь задумалась. Мне не особо хочется знать, о чем ты думаешь, так смотря на меня. Чего особенного. А вообще, мне интересно, что не так? Поменять тему, ты выспался? Придумать предлог. Я думала, будешь ли ты участвовать в матче? Ну, явно будет, потому что он одет. Ты выспался? У нас немножечко повысились отношения. Ты могла бы найти что-то получше, чтобы отвлечь меня. Написать тебе заявление в твоей девушке, что там предлагал ты мне. Я устала, что это не так, подъезжаю, устала, это не по моей вине. Знаю тебя, думаю, что ты мне все выложишь еще до конца дня. Ты не способна держать язык за зубами, это точно. Это неправда. Да, но между тем, ты была бы не такая прикольная, если бы говорила столько же, сколько Виолет. Шить разговор. Он сказал, что я прикольная. Так, Натаниэль, с тобой вообще все плачевно. Это не лучший момент, чтобы рассказывать о Лизандре Кастеле. Не думаю, что его это вообще интересует. Опять ты. Я не знаю, что я сказал или сделал, но если тебе нужно мне что-то сказать, делай это сейчас. Он все-таки меня заподозрил, что я хочу с ним поговорить. Я ничего тебе не скажу, я еще хочу пожить. Это действительно правда, я не хочу ссориться с ним. Хочу пожить немножко. Так, я только что встретил странного учителя. Он здесь уже давно. О ком ты говоришь? Учитель физкультуры, о, он очень странный. Он хотел, чтобы я участвовал в баскетбольном матче, но я отказался. А, он говорит о Борисе. Да, ну ладно. Колышеньки нет, тут что у нас, опять никого нет. Что ж такое-то? Кстати, ты не видел Лизандра? Он участвует в матче, но он забыл туда пойти. Лизандр? Тот с разными глазами. Да, такой странный парень. Да, хотя обычно все замечают его стиль одежды. А, кажется, он был во дворе. Пойдем посмотрим.
Нет, спасибо, я пойду сама. Как хочешь. Почему она с ним не пошла? Здрасте, Лизандр. Ты не в трико, Лизандр? Физкультурник сказал, что ты будешь участвовать в баскетбольном матче. А, да, действительно говорю об этом. Пойду тогда переоденусь в раздевалке. Я только поучаствую на разогреве, мне не особо интересно. Правда, ты не очень спортивный. Так, тебе может пойти на пульс такая разрядка. Ты не очень спортивный. Это всего лишь зависит от вида спорта. А, понятно. Он пошел к спортзалу. Все парни ушли на баскетбольный матч. Лизандр говорил в раздевалке, я могу увидеть его татуировку, если она там... А, если он там будет переодеваться, у него есть на спине татуировка. О чем она думает вообще? Не успев хорошенько подумать, я устремилась в мужскую раздевалку. Пока все играли, я перебежала в спортзал. Думаю, мне нужно уйти. Если кто-то придет, у меня будут проблемы. Но с другой стороны, мне так хочется посмотреть на эту проклятую татуировку. Черт, кто-то идет. Наверное, это Лизандр. Он сказал, что он уйдет после разогрева. Я быстро спряталась в шкафчик. Это так низко, я знаю. Любопытство — это ужасный недостаток. Но раз уж я здесь... Все наоборот. Обычно парни подглядывают за девушками в раздевалках, да, моя героиня весьма странная. Не могу понять, кто это. Он снял свою куртку, я вижу его спину. Господи, это что такое? А все в синяках. Что это за отметина? Он весь в синяках. Я вся скрутилась, чтобы увидеть его лицо. Это Натаниэль. Почему я вижу его? Что? Вот почему он такой странный, у него вся спина в синяках. Я по рефлексу вышла из шкафчика. Что ты тут делаешь? Ты сумасшедшая? Что с тобой не так? Да она сумасшедшая, реально. Я думала, что Лизандр уйдет первым. Мне нужно поговорить с Мелоди, поэтому я ушел первым. Ты не ответила на мой вопрос. Что ты тут делаешь? Я хотела увидеть татуировку Лизандра. Так ты прямо ему сказала, татуировка? Ты подглядываешь за парнями, чтобы увидеть татуировку? Ты думаешь, я проглочу это? Вообще, все. Господи, худших отношений представить невозможно. Нет, вообще-то я потерялась, врать ему не будем. Нет, это правда. Да я ни за кем не подглядывала. Нет, это правда. Но я сказала ему правду, мы начинаем немножечко повышаться из полного минуса. Идиотка, ты не нашла лучшего способа, чтобы увидеть ее? О, как? Как еще можно увидеть татуировку Лизандра? Я не думала, что ты на такое способна. Я действовала, не подумав. Да ладно, я увидела только спину. Натаниэль, я знаю, что я не должна об этом спрашивать, но эти отметины на твоей спине, откуда они? Вообще, вот я бы, наверное, выбрала, действовала, не подумав. Потому что она действительно как-то неадекватно себя повела. Но я хочу спросить про отметины. Ну, конечно же, он не хотел об этом говорить. Но мне было интересно, вдруг он ответит. Выйди отсюда немедленно, если ты не хочешь, чтобы у тебя были проблемы. Не ответил. Я оставила его, не настаивая. Что это могло бы значить? Интересно, кто-то еще знает об этих синяках на спине Натаниэля? Попробовать узнать. Там мы можем теперь ходить в раздевалку. Интересно. Поговорить с ней о Натаниэле. Что-то не так, Ниагара? Ты на меня странно смотришь. Я объяснила Ире, что случилось в раздевалке, но я растрындела. Да. Бедный Натаниэль, ты думаешь, он на кого-то нарвался? Он, возможно, подрался? Я ничего не знаю, я надеюсь, что у тебя будет объяснение. Я ничего не знаю, как и ты, бедняжка. Надо было держать язык за зубами, Натаниэль не оценит, что новость разнеслась. Действительно. Я только что встретил Натаниэля, он был не в своей тарелке. Он сказал, что ты спряталась в раздевалке, чтобы посмотреть на мою татуировку. Короче, всем рассказали, кто что делал, кто зачем ходил. В общем, вау, ну, ты это сделал только ради моей татуировки? Ну, слишком много секретов в последнее время. Только ради татуировки? Извини, я не знала, что все так закончится. Извини. Это должно было плохо закончиться. Представь себя на месте Натаниэля. Я бы тоже очень плохо прореагировала, если бы это был я. Извини. Ну что сделано, то сделано. Надеюсь, что это послужило тебе уроком. Да уж, еще каким. Нужно было прямо у меня спросить. Я бы тебе тут же сказал. Это
Амальгама крыльев ангелов стрекоз. Ничего, чтобы заслуживало столько внимания. Интересно, почему он ее сделал, именно эту татуировку. Наверное, это красиво. Мне она нравится, это правда. Он ушел. Жаль, я бы хотела, чтобы он показал мне свою татуировку, а не только описал. Такая девочка любопытная. Хочет смотреть татуировки. А что, куда идем-то? Тут нет никого. А, не имеет смысла здесь оставаться. Никого нет. Никого нет, и все, мне что, идти домой? Что делать? Вообще никого нет. Что у меня там с заданиями? Проснить историю и попробовать узнать информацию о Натаниэле. О, привет, Ниагара, как дела? Ты не видела Натаниэля? Мне нужно с ним поговорить, но он все еще не пришел. Я видела его в раздевалке. В раздевалке? Что вы делали в раздевалке? Да как сказать? Соврать. Я уже так всем все нарассказывала. Давайте будем врать уже, что ли, нагло врать. Потому что, ну, вся школа уже об этом знает. Я хотела участвовать в матче, я не знала, что только парни играют. Я думала, что вы назначили там свидание. Ну, конечно, у нас же такие отношения, вот такие в минусе. А что бы тогда произошло? Я, ты знаешь, Натаниэль самый добрый из всех парней в школе. Он ответственный, на него можно положиться. Ты влюблена в него? Я, он сказал тебе? Нет, я догадалась. Я, кстати, лично я об этом давно уже догадалась. О, больше никому не говори, хорошо. Я не хочу, чтобы все знали, что Натаниэль отказал мне. Господи. Он мне отказал. Если сама Мелоди ничего не знает, остается последний вариант. Спросить у Амбер. Это его сестра, она должна быть в курсе. Но это будет не так просто. Подвинься. Ты мне солнце заслоняешь. А вот и она. Что? Ты меня хотела видеть? Да, я увидела кое-что у твоего брата, что меня озадачило. И что? Не могла бы ты мне объяснить, что с ним случилось? О чем ты? Я не понимаю. Я видела, что у него следы от ударов на спине. Каким образом ты могла это увидеть? Случайно. Можешь даже не надеяться, что я тебе что-либо буду объяснять. Это тебя не касается. Но если ты настаиваешь, я могу намекнуть. Я не настаивала. Я присмотрела один телефон в магазине «Базар» дешевле, чем в бутике. Но у меня нет денег, чтобы его купить. Если ты сможешь это сделать для меня, я тебе все расскажу. У меня нет выбора. Если ты можешь еще согласиться побыть моей рабыней на неделю, мне это тоже подойдет. Я не хочу. Предпочитаю купить телефон. А, значит, нам нужно пойти, наверное, в магазин, да, купить ей телефон. 300 баксов! О, господи. Зачем она это делает? Чтобы такое узнать, что за синяки у Натаниэля. Господи. Кошмар. Вот твой телефон. Спасибо. Я и не думала, что тебе это будет так интересно. Ну, мне вообще на самом деле интересно. Ну, что случилось с Натаниэлем? Я хотела ничего не говорить, ну ладно, сделаю доброе дело. Это произошло у нас. У вас? Ты хочешь сказать, что твои родители? Как хочешь, так и понимай. Ну давай, отвали, я должна опробовать мой новый телефон. Ну что, это все, что она мне рассказала? Бедный Натаниэль, это кто-то из его семьи? Да, новое задание, сколько... О, господи, со всеми нужно поговорить. У меня столько бонусов энергии нет, чтобы со всеми поговорить. А он всегда какой-то рассерженный. Впрочем, на то есть причины. Мне Амбер сказала, ты хочешь поговорить об этом? Блин. Зачем она сунулась к нему? Поговорить о чем? О том, что ты всем разболтала? Я должен был оправдываться перед всеми учениками. Кастель невыносим. Он думает, что я проиграл драку и издевается теперь надо мной. Большое спасибо. Мне не надо было болтать, теперь он еще больше злится. Вообще не знаю, о чем ты думала. Так, здесь никого.
Здесь что-то я нашла, кстати. Ладно, пригодится. Здесь что? Тоже никого. Ну что, где народ-то? Поговорите, говорит, с кем-нибудь. Никого нигде нет. Так, ну сходим в мою квартиру. Тут бывает такой глюк, когда нет никого. Как-то странно. Ну да, израсходовали все мои бонусы. Спасибо. Лизандр и Кастель снова вместе. Меня сжигает желание. Мне необходимо касаться тебя, господи, боже. О чем они говорят? Понеслось. Эй, Ниагара, что ты тут делаешь? Я? Что-то не так? Ты вся красная. Ты, вы. Я хотела сказать, что с тобой язык проглотила. Нет, ну вы говорите немного странные вещи. Лизандр мне читает слова нашей будущей песни. Ты думала, что он мне в любви признавался? Вообще-то она так и думала. Вот я бы никогда бы в этой жизни бы не поверила. Такие дурацкие вопросы бы не стала им задавать. А моя героиня, она такая, да, ну признаюсь. Ты шутишь? Ты реально думала, что я и Лизандр... не знаю, даже смеяться или обижаться. Извините, идиотка. Тебе повезло, что я в хорошем настроении. Простите. Уф, это не то, что я подумала. Это мне было страшно. Господи. Я так и думала, что это все фигня какая-то. Почему тебе смешно? Хоть у меня с ним не такие плохие отношения, как с Натаниэлем, жесть. Ты и вправду сумасшедшая. Как ты могла подумать, что мы вместе? Чего удивительно, слова, которые он говорил, могли легко сбить с толку. Да, он бы у меня получил, если бы осмелился сказать подобное. Правда, если смотреть с такой стороны. Пф, а ты можешь быть прикольной, если постараешься. Нашел, посмеиваясь. Хорошо, что я его насмешила. О, Армин, он идет в сторону класса. О, ты была неподалеку? Я не заметил тебя. Что ты делаешь? Я кое-что потерял, не могу найти. Случайно не это? О, я, кстати, ему как раз диск нашла. Держи. Да, я уже обыскался, спасибо. Он взял у меня диск. Где повышение отношений? Я тебе диск отдала. Он уселся на стул и начал играть. Казалось, что он перестал замечать меня. Если я его отвлеку, наверное, ему это не очень понравится. Ему лучше смотреть на него, потому что скажу, пялишься, иди отсюда. Давайте поговорим. Армин. О, ты все еще здесь? Ты хотела попробовать? Что там? А он мне свою эту штучку дал. PSP дал поиграть. Нет, спасибо, я не умею. Как ты так-то? А, да, это очень клевая игра. Он начал смеяться, погрузившись в приставку. Я еще немного попала с ним, потом ушла. Кажется, когда Армин играет, для него больше ничего вокруг не существует. Что-то хотела. Натаниэлю было так плохо. Бедняжка. Я пыталась его утешить, но мне не удалось. Он думал о другом. У него будет все хорошо, я уверена. Мы решили организовать новое событие, соревнование. Не очень хорошо прошло. Нужно придумать что-то еще, чтобы собрать средства. Но мы еще не знаем, что... Да, тогда я тоже подумаю, втроем мы точно найдем хорошую идею. Я надеюсь, тогда директриса перестанет злиться. Да. А если подумать, Лизандр читал Кастелю слова песни. Может быть, они смогли бы сыграть концерт для школы? Я уверена, что у них уже есть слушатели. Если билеты будут не очень дорогими, мы привлечем много народу. Это гениальная идея, я уверена, что это сработает. Нужно поговорить с Лизандром, Кастель не послушает меня. Да, с Лизандром у меня получше отношения. Пойду посмотрю во дворе Леон. Я выходила из здания, как вдруг я столкнулась с Амбар. О, нет. А, вы можете посмотреть новый постер далее. Это что такое? Что это за постер? Что это? Кто это? Какие-то желтые волосы. Не знаю, мои героини, они какие-то красные. А, это Амбер целуется с парнем посредине двора. Амбер? Браво, ты закончила эпизод 12. Встречаемся в следующем. Вот это да. Ну, у меня, конечно, 50 бонусов всего осталось. Ну что? Что сказать? Натаниэль просто меня уже скоро прибьет, наверное, если только подойду к нему.
С остальными вроде бы я не испортила отношения. И, в общем-то, довольно забавный такой эпизод получился. И вам огромное спасибо, что посмотрели. Давайте узнаем. Ну, с Натаниэлем, конечно, полный минус. А с Кастелем я улучшила до минус 19. Но для меня это просто прогресс. Так, с Лизандром 23. С Алекси вообще 0. Минус 2 с Армином. Ну, с Алекси, конечно, не вариант, наверное, развить отношения. Не знаю, он же не любит девушек. Ай, в общем-то, вот такие дела у меня, вот такие успехи. И поднакопим, или если будут у меня денежки, я куплю бонусов. И потом с вами продолжим. Осталось, в принципе, 7, да, получается, если 20 эпизодов. 7 штучек у нас осталось. Не так уж и мало. И до скорого, мои дорогие. Пока-пока.